Привет, братишки и сестренки, с вами Никфрост, добро пожаловать в бюро. Такой спин-офф, скажем так, или ответвление от основной серии XCOM, которая всю жизнь была тактической, а тут вдруг стала шутером от третьего лица. С тактическими элементами. Значит, я сохранился, для меня не прошло буквально и минуты, и сразу же продолжаю играть. Я сохранил, под словом сохранился, я имею в виду, что я посохранял все свои видео. Так, и где-то здесь должно было новое задание появиться. Автономная, сложность 7. Ранний стабилизатор существенно увеличивает точность оружия. Здесь агент. А здесь ранний стража снижает урон, получаемый в любых атаках. А здесь ранний стабилизатор. Тра-та-та. Ну, я не знаю, пусть притащат агента. И если эти задания не исчезают... Ага, вот на нем видно, что... Что люди на задании, наверное, по вот этой рамочке вокруг него. Это просто новости, да? Или нет, это не новости, это вот новости. А это миссии. Так, остается решить, куда отправиться. Я, если честно, не помню, куда я отправился. С центральным постом связи, перехватом, дешифровкой сообщения. Отправьтесь туда и попытайтесь связаться с персоналом. А здесь секретную ядерную базу. Отбейте базу. Мы пойдем вот сюда. По причине того, что я всех крутых агентов отправил, крутых, да, и со мной, ну, новички. Личный состав, давайте проверим, кто со мной. Так, Картер. Смотрим на Картера. Винтовка, лазерный пистолет, пулемет и все дела. Здесь снайперская винтовка, ранец меткого стрелка, критический удар, понятно. Новички, чисто новички, ложки, мало жизни и все дела. Этот мне нужен только ради паники. Все, мы готовы. Мы готовы воевать. Нифига себе, оно глючит. Да ёлки-палки, ну неудобный интерфейс и... Так, так, как операции? Начать операцию. И вот в этой операции у меня нафиг все зависло. Просто. Просто насмерть. Ни тебе альтап, ни Ctrl, Alt-Del ничего не помогло. Всему капздец. Надеюсь, что они не умрут, мои агенты. Мы будем играть аккуратно. Так, кто снайпер слева? Этот странный чувак справа. Все, погнали. Так, я смутно помню, много я тут раз прошел или нет, но кажется, буквально несколько шагов и зависло. Значит, здесь сидят аналитики. Ну да, ведут круглосуточную прослушку. Если они такие умные, почему они ни о чем не предупреждали? В том-то и проблема. Перед вторжением связь с ними пропала. Если повезет, там еще остались живые. Удача не на нашей стороне, Барнс. Значит... Обходитесь без нее, Картер. Еще и придачу новички в отряде. С малым количеством ХП и так далее. Ну, будем играть аккуратно. Зато у нас теперь больше патронов в обойму помещается. Я не помню, хоть один бой я пережил. Это было 4 или 5 дней назад, когда оно зависло. А, по-моему, один бой я пережил, да, вот это. Мы столкнулись с чужими. Дайте им разок за меня, Картер. Они там хорошо засели. Здесь все чисто. Так, отлично. А, да, тут я был, я еще грузовик фоткал. Дороги нет, мы идем в обход. Мы идем в обход. Так, ребята, давайте качайтесь. Вы мне нужны сильными. Так, погодите, ну что-то навелось. Ага, ну я этими боезапасом не пользовался. Так, 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 так. Аутентичные тачки. Ух ты, блин, какая тачка, ё-моё. Тачка на прокачку, да? F12 скриншот. Глоты. Контакт.
всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать посаженное. Да, время разбрасывать камни, да, время собирать камни. Короче, я, знаете, я даже не обратил внимания в прошлый раз, что здесь могила была. Или так прошел и... Меня, наверное, эти отвлекли. Чуваки, а где вы там? Ко мне! Возвращаюсь к вам! Вот и я! Жопа бугая! Какого вы там засели? Я не пойму. Но на что? Напал кто-то. Пошли! Че, я не пойму, что они там сидят? Теперь этих новичков пасти, блин. Надеюсь, миссия несложная. А. Барнс, они точно там. Что вы видите? Они построили укрепление вокруг здания. Похоже, будет драчка. Похоже, будет драчка. Да, блин, не, это с такими ложками или ложками. Это я долго буду воевать. По мне стреляют. Так, по мне стреляют. По мне стреляют. Угоните их! Вломите ему! Пусть побегаю! Алеоп! Завожусь на цель! Еще чуть-чуть! Меня прижали! Ты долго это турель? Так, бро. Прикончить его! Этот мой! В атаку! Прицеливаюсь! Разгоните их оттуда! Зачищаю зону! Командир, вы ранены! Да я вижу, блин! Как прилипнуть к стене? Наконец. Они нападают! Блин! Плохо, что... Ого, это что еще за чудище? Помоги мне! Ого, прикол. А тут что, сейчас умрет, что ли? А, я умер. Не, ребята, слабость, конечно, будет сложно. Блин. Блин. В первую очередь, мне кажется, они проигрывают по жизням. Ну ничего, сейчас мы раздуплимся. Так. У меня еще и передачи уши разрядились. Так, с контрольной точки. Где у нас контрольная точка? Сейчас разберемся. Так, контрольная точка здесь. Все окей. Контрольная точка здесь. Окей. Ничего. Враг атакует! Так. Этот взял. Да, будет сложно. Возможно, надо лучше ими командовать, чтобы они в разные стороны разбегались. По-моему, я и не видел, что дальше будет. Барнс, они точно там. Что вы видите? Они построили укрепление вокруг здания. Похоже, будет драчка. Не сбавляем темп! Я долго не выдержу! Перезаряжаюсь! Алле-оп! Они давят! Что будем делать? Да ничего не будем делать! Выживать мы будем. Кому там нехорошо? Тебе нехорошо. Так заныкайся, и будет тебе хорошо, задрал. Сюда. Защиту, сюда! Уже сдвигаюсь!
Справляюсь! Ему, блин, нехорошо. Да ёп, пересете. Ну ладно, меняю сюда. Точку. Наверное, стоит как-то более активно, что ли, действовать в плане обходов. Я долго не выдержу. Внимание! Возвращаюсь к вам! Вот и я! А ну, заныкались, блин. А, у меня гранаты закончились. Ого, что это за олень такой? Капец, блин. Там еще кто-то есть. Так, паника. Разгоните их оттуда! Пусть побегают! Вверх и в сторону! Ломите ему! Сбейте его! Навожусь на цель! Стреляю! Атакую! Идем. Фух. Ну что, новички, как вам первая ваша серьезная драчка? По-моему, было потно. Ага, грузовики, понятно. Так, насколько я помню, тут если нажать F, можно типа включить вот такой типа скан, которым я не пользуюсь. Чего-то там. Но я этим не пользуюсь, такой фигней наводить, типа читать. Так, все, с патронами у меня сложно. Я очень активно стрелял. Так, это у нас что? Лазерный пистолет. Ой, блин, не то, не то, не то. А ну, у нас общий, да, 190, то есть 181, и сейчас там должно стать 191. Нет, о, тут раздельные эти, зацените. То есть здесь должно стать 191, даже 189. Не, прикидывайте, разные эти самые, так нафига я с собой винтовку тут таскаю? Нет, чего, я не брал вторым оружием энергетическое, с мыслями, так, ну ё, общий боезапас будет заканчиваться, да все в баню, буду играть с энергетическим оружием. Так, что там, пробел и F, да? Тактика, десантная капсула, ага. Стандартная винтовка. А вот тут Коля уже не было, это стопудово. Сейчас только фиакция зависла в том же месте, вот буду ржать. Мне кажется, это какая-то мина. На что-то навелось. На что-то навелось.
Интересно. Ну что, новички, как оно вам, а? Я даже не пытаюсь ваши имена запомнить. Как вас хотя бы звать, а? Торнабен. Брайан Максим и Марек Торнабен. Такие у вас американские имена. Так. Это раны от земного оружия. Застрелился. Черт, что здесь произошло? I don't know. Ну что-то нехорошее. Возможно, они друг друга перебили, либо покончили с собой. Стекла, конечно, наши. Наши могли делать дурак. Уже несколько недель у нас нет связи с внешним миром. Директор говорит, что нужно отключить всю связь ради безопасности базы. Я просто умираю без моих любимых шоу. Тю, у тебя проблемы, капец. Вчера Филипп вышел из туалета, его лицо было в каких-то нефтяных пятнах. Директор увидел его и ввел в свой кабинет. Я слышала громкие голоса и даже что-то похожее на звук пощечины, клянусь. Что-то происходит, никто об этом не говорит. Том, давай встретимся, сыграем в карты, поболтаем, мне нужно поговорить. Рэнди. Встретились? Так, бравые мои солдаты, может двух снайперов брать в отряд, а не этого с паникой чувака. Ну, паника, как один из самых первых навыков, вполне зашла. А что он там такое интересно отражает? Не, мне кажется ли, а не, в этой игре даже есть отражение, вы зацените. А в некоторых крутых современных играх все еще нет отражений. Здесь даже он, чувак, отразился в стекле. Так, смотрим, изучаем. Да, я и после этой миссии сохранюсь. Да, я теперь буду параноидально выходить и делать это. Сейвы своих записей. Одно дело там для себя проходить, а другое дело, например, еще пытаться это на канал выложить. Че же ранца? Ни предупреждений, ни записей. Их застали врасплох. Еще один внезапный удар. Возможно, но какой в этом смысл? Станция не представляла угрозы. Так зачем они здесь? Со стола Мартина Масье, главы оперативного отдела. Здесь хранятся секреты, утечка которых создаст угрозу для всех американцев. Всех до единого. Я сделал это ради национальной безопасности. Я защищаю не только секреты, но и здоровье и безопасность общества. По этим же причинам я вынужден убить мою помощницу Диану. Я делаю это с тяжелым сердцем, но твердой рукой. Прощай, Эдна. Так, Диана или Эдна? Прощай, Эдна, наверное, это жена, а Диана это помощница. Убил ее и застрелился сам. Типа такого. Да блин, это не то. Существенно увеличивает оружейный урон, наносимый бронированным целям. О, это хорошо, учитывая, как много у нас бронированных целей пошло в последнее время. Внизу никто не выжил. Проверьте наверху. Тут куча глотов. Атакуем! What can you do fight communism? Пикапе, памфлет, да и пасет нам. Вау, что же? Сейчас мы как-то так встанем, чтобы было четенько видно. Что же нам сделать, чтобы победить долбанный коммунизм, а? Ничего не делать, он сам развалится, этот коммунизм. Красная угроза. Help fight communism! Have you enemy? А, now you enemy. Знай своего врага. Черт, у нас точно такая же хрень была. Знаете, я в детстве читал журнал Перец. Перец, да? Там точно такие были карикатуры. Там американцы все на ядерных бомбах сидели, на боеголовках. Все такие с длинными руками. Что на этой базе произошло? Где там та Диана?
Гранат нет. Если еще есть живые, они внутри. Приготовьтесь. Что это такое? Да, есть живой, но он себя странно ведет. Friendship. Freedom. Аврора. Барнс, готовьте медиков. Похоже, тут есть выживший. Ну, хоть в чем-то повезло. Да уж, повезло. Похоже, мы принимали этот сигнал. Сигма. А в глубоком космосе не должно быть тише. Ну что, готовы маслать этого козла? Отходим. А что, не могу это дать вам задание? На что смотрит этот зомбарь? Ух ты, ё. Что все это значит? Это не по моей части. Может, это важно, может, просто тарабарщина. Надо тут все зачистить и отправить сюда ученых. Среда, 15:45. Объект под угрозой. Симптомы появились еще неделю назад. После этого я приказал оставшимся людям запереться в лаборатории. Два дня назад мы услышали выстрелы. Механически. Один выстрел каждые 10 секунд. Думаю, стреляют из пистолета. Когда все кончилось, мы спустились вниз и увидели их всех. Это было чудовищно. Мы решили, что нам... Остается похоронить их как положено. Четверг, 16:03. Мы отказались от похорон, когда у доктора Сэмюэлза появились признаки непонятного изнеможения. Боясь заразиться, мы вернулись в лабораторию, где и остаемся на данный момент. Остается надеяться, что Министерство обороны попытается выяснить, почему мы не выходим на связь. Доктор Сэндовал Бергер. Если все дешифровщики мертвы, или вроде того, тогда почему чужие до сих пор здесь? Да что такого особенного в этом месте? Точно как в университете. Бедняги. Аппаратура прослушивания. Думаю, лучше доложить. Слышите? Об этом. Ему нужна помощь. Используют ее для перехвата наших Может, сообщений. Просто избавим его от страданий. Ого! Они же запросто могут обнаружить базу. Этого нельзя допустить. Нужно взорвать тарелку. То есть, вольнуть чувака или не вольнуть? Вот в чем вопрос. Это, блин, сука, где? Отправить зараженного дешифровщика в карантин или уничтожить его? Но он заражен вирусом пришельцев. Вы можете эвакуировать пострадавшего, предварительно зачистив базу, или уничтожить его, чтобы предотвратить угрозу заражения. Барнс, отмените вылет медиков. Это уже не люди. Вас понял. Отомстите за них, Картер. Я, знаете, зачем его вольну? Ну, обычно я так себя не веду, но причина такова. Принесем мы его на базу, а там будет сюжетный поворот, что он заразит остальных, и придется еще несколько человек, которых мне близки, вольнуть. Этого-то я не знаю. А те, кто на базе, с которыми я часто вижусь, часто общаюсь, окажется, что еще кто-то сюжетный заразится. Ну, нахрен. А вот что у них тут, мы сейчас узнаем. Сохранение. Так, понятно. Неправильный тип оружия. Чё, блин? И это все я должен перегасить? Это плохо. Да блин, как отсюда выйти? Слушайте задачу. Эту тарелку нужно уничтожить. Осторожно, там снайпер. Снайпер, говоришь? Поднимаю его. Станьте невидимым. Это твой. Ну вот. Гранат так никто и не дал, да? Зато к нам гранатка летит. Граната!
паника, бро. Выбейте их! Зачищаю зону! Мне конец! Не сбавляем темп! Что это за фигня? Этот готов! Сосредоточьтесь на этой цели. Принято. Это твоя цель. Сейчас прицелюсь в него. Почти добил его. Давай, Покажи. Давай. Паника, блин. Шуганите их! Пусть побегают! Блин, патроны! Патроны, 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 патроны! Да бляха-муха. Командир, вы ранены! Да, сейчас куча. Будет лучше! Патроны, черт возьми, заканчиваются. Ломите ему! Алло! Стреляю! Ну, да, мне конец! Атакую! Какого баран ты за мной бежишь? Я ж, блин, хотел их в тиски взять. Вот этот баран, ты можешь заныкаться? Шуганите их! Пусть побегают! В атаку! Этот мой! Поднимаю! Ты, баран, какого отбежал это все? Блин, ну вы ведете себя странно. Вернись сюда! Кончите его. Это твоя цель. Прицеливаюсь на цель. Отходим. Меняю позицию. Здесь все чисто. Я на точке. Я рад, что здесь все чисто, потому что, блин, вы стрёмные ребята. Так, а ну с дороги, блин. 32 патрона. Можно, конечно, нажать пробел и F, который мне покажет все, что плохо лежит. Так, по этим штукам даже ходить можно, окей. Народ, я вижу, любит лазерные пистолеты. Гранат нет, что плохо.
Дробаш, дробаш меня мало волнует. Так, мои братюни энергетические. Так, все у нас нормально. Если, блин, они как-то более... То есть, я отбежал, а они за мной не бежали. А то, блин, таскаются за мной. Я от гранаты убегаю, он ко мне подбегает. Так, блин, тут нет никаких сохранений. Контрольная точка максимум. Уровни еще никто не получил, да, я так понимаю? Еще никто никаких левелапов не получил. Так, дешифровщика нашли и пристрелили. Возможно, зря. Возможно, зря его убил. Но рисковать базой я не хочу. Установили. Забирайте нас, Барнс. Здесь больше нечего взять. Фиг там. Еще не вечер, агент Картер. Еще не вечер. Странно, что еще никто не напал. Ну, коротенькая была миссия, блин. Хотя, знаете, о чем я подумал? Может, дешифровщик с базы, ну, со второстепенной миссии никак и не мог повредить нашим братюнькам? Кто его знает? Состояние отряда никто ничего не получил, зато мы получили бронебойный ранец. Так. Наши сведения оказались верны. К сожалению, президент скончался от ран во время первого нападения чужих. Все его телохранители, кроме одного, тоже погибли. Всех убитых мы похороним с надлежащими почестями. Единственного выжившего мы подлечили. Скоро он сможет вернуться в строй. То есть это снайпер третьего уровня должен быть. Агент Сайрус Синклер, ранг 3, разведчик. Так. А цель у нас все еще поговорить с тем чуваком или нет? Встретиться с Фолком. О, так как я и хотел. Так, ребята. Блин, в целях. Чтоб ничего нигде не пропало, не вылетело, не заглючило, я очередной раз говорю вам всем пока-пока. И мы зайдем через 30 минут. Ух ты, ё-моё. Точно! Придется действительно всем говорить пока-пока, так как у меня уведомление пришло, что скоро ко мне придут забирать столик. Мы тут продали один, короче. Точнее, купили один столик, а старый надо отдать. Все, отлично, миссия пройдена. Со всеми остальными я поговорю потом, и с агентами, которые у нас вернулись, разберусь потом. И все. Чао, какао.